Новые светодиодные качели на городской площади радовали северян недолго. В конце сентября их огородили красными лентами. Как оказалось, виной всему стали местные вандалы. К сожалению, наши подростки преимущественно, практически ежедневно пользуются этими качелями с актами вандализма. То есть перекручивают цепи качелей, пытаются подрезать, что-то обжечь. И принято решение на данный момент качели огородить до окончания срока работ. Принято решение, что будут усиливающие распорки установлены на креплениях верхней части качели. Однако никакие крепления не помогут, пока горожане не начнут бережно относиться к качелям. Ограничивающие ленты с них планируют снять в октябре.